Разрыв где-то рядом совсем, град осколков и бой автомата. Но уходит вперед к перевалу наш взвод, обливаются потом ребята. Эти тропы и пропасти, скалы и снег изучить каждый смог досконально. Кровь и пол здесь цена за нелегкий успех, проверяется дух наш моральный. В соседней горе словно бьет пулемет, сердце ёкнуло, рушатся камни. Но отважная группа уходит вперед, это наши советские парни. И на штурм высоты поднялся этот взвод, чтобы людям вернуть их свободу. Никому на земле не дано, не дано на колени поставить народы. Великую наши отцы поднимались, чтоб мы в счастье жили. Так полвека спустя на афганских горах мы отвагу свою проявили. И мы пишем свою биографию в дни, когда жизни сдавали экзамен. Не уроним мы чести советской страны, и в бою, и в труде она с нами.